Наташа, не хочешь попробовать? Я просто... Как-то помидоры. Барана надо снимать, а то засохнет. Давным-давно готово, блин. Да. Нарезочка такая. А ты не боишься их, да? Нет. А чего их бояться? Они же даже не кусаются. Подружки тоже все от них разбегаются. Я такая, ну ладно. Да вы классно, все красиво делаете. О, лягуха. Это жаба. Сейчас большой мужчина. Вот там вообще все знаешь, прям коса. Смотри. Смотри. Головастик. Что там? Ой, смотри, как он толстый. С лапками. Они уже большие. Смотрите, он с лапками. Ну, с лапками это уже... Мам, почти смотри. Лягушка. Будущий. Не до лягушка. Ой. Чего себе? Ничего себе, рой такой, обалдеть. Уже, видимо, лягушка. Да, ну я же тебе говорю. Вика одного поймал, у него уже такие лапки. И еда, все. Ты видишь, как они обхватили то, что я кинул? Вон, видишь? Хлеб. А там вон, смотри, те, где стая, они прям на нем плывут. О, зажарки. Смотри, они его крутят, крутят, крутят. Ага, вот здесь. А вон там вообще убивают. Давай. Подругу. Такое шлич. Все, он не дышит. Он умирает. Да, чтобы так чернотузы. Ну, да. Питается вот этими вот лягушаками. Молодец. То есть она маленькая еще была, да? Ну, я была маленькая. Мне лет 5-4 было, и ее, ну, нашли. Да? Папа. А это тоже как бы вы не у кого-то взяли, а это с помойки типа, да? Ну, это папа на улице нашел зимой. Да? Когда тебе надо на работу, ты никогда